То есть все дети, которые сегодня здесь находятся, имеют возможность соревноваться. Имеют возможность соревноваться не только в направлении спарринга, но сегодня будут соревнования и в других направлениях тэквондо. И именно данное мероприятие, фестиваль разносторонний, такой в разных направлениях, дает возможность проявить себя. Сейчас здесь мы это делаем совместно с руководством Panda Kids. Решили сделать вот такое мероприятие, такой проект, такой праздник. Копейся, дозвольте, наша доменю. Și pare bine pentru ei. Am o părere foarte pozitivă. Aș putea spune că la moment suntem la o etapă începătoare, dar copilul este foarte emoționat și cu niște intenții ambițioase de a izbuti în ceea ce și-a pus în plan. Ну, мы не первый раз участвуем в этих соревнованиях. Нам очень нравится, ребенку очень нравится. Мы, как родители, конечно же, рады, что кто-то занимается детьми, проводит такие соревнования. Мы очень довольны.